Привет, с вами Догма Мани и мои собачки Чихуа Софи и Эйвен. Новый год уже совсем-совсем скоро, он уже практически вот-вот он. И сегодня мы с Эйвеном и Софи решили поздравить наших подписчиков с Новым годом и позвонить некоторым из них, кто оставлял телефоны в комментариях на нашем канале. Кстати, наш розыгрыш призов для подписчиков длится до 5 января, он еще продолжает проходить в нашей группе ВКонтакте, так что спешите и участвуйте. А наш конкурс на 3000 сигн за подписку на мой канал Энни Мэджик тоже продолжается, и мы уже сделали несколько сигн. Сигны, которые мы сделали, вы можете посмотреть на моем канале Энни Мэджик. И в том же видео я продолжаю звонить подписчикам и выполнять их вызовы. Ссылку на мой новый канал на видео с сигнами и звонками я оставлю, как и обещала, внизу. Поехали! Я скажу, что в следующий раз я тоже буду звонить. И я буду звонить тоже, да? Да. Мы звонили Полине. Сейчас мы будем звонить Аните Антоновой. Алло. 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 Здравствуйте, а можно Аниту Антонову услышать? А, это я. Ну, кто? А это вам звонят из мастерской Деда Мороза про подарок на Новый год. Вы заказывали? У меня просто мама дома нет, я. Понятно, но у нас тут очень большая посылка, прям огромная она, размером с машину, наверное. Не знаю. Давайте я сейчас с вами позвоню. На самом деле, Анит, тебе звонит Догмама Аня с Софией и с Эйвеном, мы звоним тебя разыграть, и ты попадешь в видео. Офигеть! Круто! Привет! Вспомнила все-таки, да? Желаем тебе того, чтобы все твои мечты сбывались. Можешь передать всем кому-нибудь привет или пожелать кому-нибудь что-нибудь. Хочешь? Я всем. Хорошо. И всем нашим подписчикам тоже, да? Да. Следующий наш звонок девочке или мальчику. Написано, в общем, в комментариях Боня Джесс, именно на канале на YouTube. Мы звоним ей. Или Ибу. Алло. Алло, здравствуйте. А это вот из мастерской Деда Мороза. Вы посылку заказывали? Да, ничего не заказывали. А как вас зовут? Можно уточнить? Аделина. Аделина? Привет, Аделина. На самом деле это Догмама Аня, Софи и Эйвен. Мы звоним тебе разыграть на Новый год. Я вас смотрю. Спасибо, что ты нас смотришь. И если хочешь кому-нибудь передать привет через видео, можешь сейчас что-нибудь сказать или поздравить кого-нибудь. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А можно Полину услышать? Вы на номер машины. А мы из мастерской Деда Мороза звоним. Вот у нас посылка тут очень большая для вас. И нам сказали вот этот номер. Это не ее номер? Нет. Так все-таки это Полина? Да, это Полина. Привет, Полин. На самом деле тебе звоню Догмама Аня, Эйвен и Софи. И мы звоним тебя разыграть. Правда? Да. Хочешь что-нибудь сказать? Хорошо. Давай. Я передаю привет всем твоим друзьям, твоей маме, Полине, бабушке Лене, а также подружке Наде, подружке Жене и подружке Ксюше. Они все смотрят канал? Да, все. Супер, спасибо. Спасибо огромное. Не за что. Вообще не ожидала. Ну, да, многие не ожидали сегодня. На самом деле, я сама немного нервничаю звонить подписчикам. У меня даже ручки трясутся, когда я им звоню, потому что я не знаю почему. В общем, продолжение наших звонков подписчикам смотрите на моем канале Any Magic. В этом же видео, где я звоню подписчикам, я покажу часть из этих сигн. Ну что ж, а мы поздравляем вас с Новым годом. Спасибо большое, что вы все это время с нами, и этот год, и будущее, я надеюсь. Только благодаря вам существует наш канал. Мы всей большой нашей собачьей семьей поздравляем вас с Новым годом и желаем вам одного единственного, чтобы ваши мечты в новом году сбылись. Мы вас любим, целуем, обнимаем. С Новым годом! Принимайте поздравления от всей нашей собачьей семьи. Поздравляем вас с Новым годом, друзья. Желаем вам сбычи мечт и много друзей. А еще, конечно же, любви и здоровья вам и всей вашей семье. С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Поздравляем вас! Спасибо большое! И очень важно это оставаться собой и делать то, что вам нравится в жизни. Поздравляем с Новым годом! Поздравляем с Новым годом! С Новым годом! Поздравляем! Поздравляем вас с Новым годом! Поздравляем вас, дорогие друзья! И ваших питомцев тоже с Новым годом. И я поздравляю вас. И я обязательно верьте в чудеса. Потому что они случаются. Да. С
Новым годом! Если ты не редиска, поставь лайк, нажми подписку и оставь нам комментарий. А еще смотри еще, ролики смотри еще, всякие смотри еще, 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 еще.